следствием и Батырским районным судом установлено, что с декабря 2016 по май этого года в селе Батырево злоумышленники по двум адресам три раза открывали незаконные игровые салоны, оборудовав их 32 единицами игрового оборудования и подключив к сети интернет. Доказательства, собранные следственными органами Следственного комитета России по Чувашской Республике, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора двум жителям города Казани и одному жителю города Буинска Республики Татарстан. Они признаны виновными в незаконной организации проведения азартных игр, совершенных группой лиц по предварительному сговору и сопряженных с извлечением дохода в крупном размере. Им назначено наказание в виде штрафа в размере от 300 тысяч до 600 тысяч рублей.